Сверкающий бог или микокалум. Микокалум пиарцы, что означает сверкающий и сокрытый. Рыба из водных путей острого черепа внешним видом и образом жизни напоминает молочную рыбу. Микокалум – это род кефалий с острого черепа, которые совершали путь вверх и вниз по реке, но большую часть года жили в ее устье. Сверкающий бок метал икру во внутренних бассейнах острого черепа, что заставляло рыбу совершать рискованные путешествия вверх по течению и обратно в каждый сезон размножения. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании, поддержите проект. Всем всего хорошего и до скорых встреч!